Вот есть земля, на земле вот люди, много-много-много. Они излучают каждый свое биополе. И если их характеристики совпадают, то условное схематичное изображение эгрегора можно изобразить так. Вот они образуют некое общее биополе, которое называется эгрегором. И когда вот вы, наверное, встречали, слышали такие, вот канал, подключили, канал ему открыли. Вот этот канал, вот он канал подключения к биополю. Люди излучают колебания биополя, и общность их биополей по сходным характеристикам образует вот этот самый эгрегор.